Для местных меломанов состоялось долгожданное событие – открытие творческого филармонического сезона. Это всегда праздник как для артистов, так и для зрителей. 74-й сезон по традиции стартовал на сцене Большого зала Ленинского мемориала. Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением Олега Зверева и солист, лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин открыли его первым фортепианным концертом Петра Чайковского, торжественная заставка которого давно стала одним из самых узнаваемых символов русской музыки. Выбор этого произведения не случайен. Новый концертный сезон отмечен знаковым событием – 50-летним юбилеем симфонического оркестра. И именно этот концерт Чайковского оркестр сыграл во время своего дебютного концерта. Конечно, для нас этот год особый год. 50 лет оркестру – это особая дата, торжественная дата. И, конечно, музыканты себя чувствуют немножко такой взволнованно, на подъеме. Юрий Фаворин, который солировал на рояле в этот праздничный вечер, ведет активную концертную деятельность, выступая как с сольными концертами, так и в ансамбле с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России, Европы, Японии и Китая. Музыкант исполняет сочинения разных эпох и направлений. Первый фортепианный концерт Чайковского довольно часто встречается в его репертуаре. Сочинение, конечно, оно как бы выделяется не только благодаря своим всем известным темам и так далее, не только сочетанием, в общем, на тот момент в каком-то смысле невиданным сочетанием разных эмоционально-образных сфер, гимнической, драматической, лирической в одном произведении, но и совершенно необычайной формальной изобретательности автора. Итак, сезон открыт. Филармония обещает радовать и удивлять зрителей новыми открытиями, громкими именами и не очень. Следите за нашей афишей. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.